раз. Один раз. Кременчук. Последний день марта месяца. Возле горсовета. Один раз. Накануне сессии. Один раз. Небольшое оживление. Посмотрим, один раз. Что тут за люди собрались. Понаблюдаем. Симоненковцы стоят с плакатами. А ну, дай снимай. Доброго дня. Здравствуйте. А вот из-за чего был шум. Понятно. Понятно. Здрасте. Давайте мы вот так вот встанем. Вот так. Привет. Тебе надо успокоить. Тебе надо убрать. А ты кто такой, чтобы не убирать? Встань, здесь, чтобы не убирать. Я тут, я украинец, я твои украинцы на земле. А ты я не знаю кто. А ты ж теж приходу купать. Я не жду приходу купать. А ты ж теж приходу купать. Жди, вони тобі зроблять тебе. Это депутат райсовета Автозаводского Савченко. Наш депутатський корпус і тих людей, які роблять дуже багато пилу політичного з цього питання виділення земельних ділянок. І оці всі безпідставні звинувачення і брудна брутальна полеміка, вона сьогодні грає не на користь нашого суспільства. Вона сьогодні показує, наскільки ми не виховані і не об'єднані в вирішенні наших спільних інтересів. Як діла? Що це за пов'язка? Об'ясні, пожалуйста. Жовтий – це частина прапора України. А синій де? Нам покажу. Ми хочемо закликати. На! Що? Ні. Это все с рынка пришли? Конечно. А что вы так стеснительно стоите? Или не было команды подходить? А почему стеснительно? Кого нам стеснять? Далеко стоите от входа в горисполком.
А что там толпиться возле входа? Ну, чтобы они видели, что вы чем-то недовольны. Или вы всем довольны? Мы всем довольны. Вы всем довольны. Замечательно.